Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Марс-1 ⁇ проект экспедиции на Марс. Заявки на участие подали тысячи человек. Мы разговариваем с 25-летним Борисом, который прошел первый тур отбора. Борис, как ты стал участником проекта Марс-1? Я прочитал о нем в одной социальной сети. До этого я не слышал о том, что организуется экспедиция на Марс. Я вошел на сайт проекта. Там было написано, что желающим полететь на Красную планету, надо отправить заявку, видеоролик о себе и 16 долларов. Согласитесь, как на экскурсию жизни, вовсе недорого. И что дальше? Чтобы оказаться в финале, надо пройти несколько туров. Сначала медицинская комиссия и собеседование на английском. Тут я спокоен. У меня идеальное зрение, спортивное телосложение. И чем особенно горжусь, я свободно говорю по-английски. Известно, что из проекта сделают реалити-шоу. Оно будет последним отборочным этапом и начнется, когда жюри выберет группу потенциальных участников полета. Потом каждый, кто сидит перед телевизором, сможет проголосовать за своего кандидата. Таким образом и сформируется команда, которая отправится на Марс. Если что, будешь скучать? Конечно! Поэтому возьму в полет фотографии родителей и любимой девушки. Но прежде всего, мне жаль, что не смогу взять с собой мою любимую гитару. Хотя она всегда со мной. Вот здесь, на руке. Посмотрите на мою татуировку. Не боишься жить на Марсе? Чего там бояться? Жилье нам подготовят. Есть будет что. Только вот лететь долго, 8 месяцев. Но я не переживаю, ведь конфликтных людей не выберут. Мы здорово проведем время вместе и наверняка подружимся. Выслухай на граня еще раз. Марс One проект экспедиции на Марс. Заявки на участие подали тысячи человек. Мы разговариваем с 25-летним Борисом, который прошел первый тур отбора. Борис, как ты стал участником проекта Марс One? Я прочитал о нем в одной социальной сети. До этого я не слышал о том, что организуется экспедиция на Марс. Я вошел на сайт проекта. Там было написано, что желающим полететь на Красную планету надо отправить заявку, видеоролик о себе и 16 долларов. Согласитесь, как на экскурсию жизни вовсе недорого. И что дальше? Чтобы оказаться в финале, надо пройти несколько туров. Сначала медицинская комиссия и собеседование на английском. Тут я спокоен. У меня идеальное зрение, спортивное телосложение и чем особенно горжусь, я свободно говорю по-английски. Известно, что из проекта сделают реалити-шоу. Оно будет последним отборочным этапом и начнется, когда жюри выберет группу потенциальных участников полета. Потом каждый, кто сидит перед телевизором, сможет проголосовать за своего кандидата. Таким образом и сформируется команда, которая отправится на Марс. Если что, будешь скучать? Конечно! Поэтому возьму в полет фотографии родителей и любимой девушки. Но прежде всего, мне жаль, что не смогу взять с собой мою любимую гитару. Хотя она всегда со мной. Вот здесь, на руке. Посмотрите на мою татуировку. Не боишься жить на Марсе? Чего там бояться? Жилье нам подготовят. Есть будет что. Только вот лететь долго, 8 месяцев. Но я не переживаю, ведь конфликтных людей не выберут. My zdrowo проведем w mieście i na podróżym się. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Текст первый. На выставке ⁇ Музыка в хозяйстве пригодится ⁇ можно было узнать, что овощи и фрукты, во время роста которых звучали произведения музыкальных классиков, становились более ароматными. Это происходило из-за высокой частоты звука, которая положительно действует на растения. К такому выводу пришли ученые, которые следили за растениями во время этого исследования. Согласно их мнению, Самыми податливыми на музыку были бананы, которые стали нежнее и сваще, а самый большой эффект на вкус плодов оказали произведения Моцарта. Текст второй. Как безгранична человеческая фантазия, если речь идет о музыке? Человек даже из банки может сделать простой барабан. Люди создают удивительные инструменты. Один из таких шедевров попал к нам. Его вид был ужасным. Трещины в деревянном корпусе, ржавые части, а главное, инструмент молчал. Но что тут удивляться, ведь ему больше ста лет. На счастье, инструмент удалось восстановить. Теперь он является гордостью нашей экспозиции «Мир забытых звуков», где представлена коллекция старых музыкальных инструментов. Текст третий. Недавно я был в Финляндии. Походил по музеям, побывал в сауне и совершенно случайно попал на соревнования по игре на воздушной гитаре. Участники выступают без инструмента, только изображают игру и подражают рок-звездам. Рвать струны, падать на колени – вот приемы воздушного гитариста. Было так замечательно и весело, что я даже забыл о фотоаппарате и не сделал ни одного снимка. Жюри оценивала технику, творческий подход и харизму. А главным призом была настоящая электрогитара. Хотя, по-моему, воздушный инструмент больше подходит для наших квартир с тонкими стенами. Текст четвертый. Музыка лечит, развивает, объединяет. А благодаря художнику Фабиану Айфнеру музыка стала живописцем. Как? Да очень просто. Айфнер берет колонку с мощным динамиком, кладет на нее лист фольги и посыпает его цветным порошком. Потом включает музыку на полную громкость и фотографирует взрыв цветной пыли. Серию своих фотографий он назвал "Танец цвета". Каждое изображение этой серии уникально. К сожалению, художник не говорит, какую музыку он включал при создании снимков, а ведь было бы интересно увидеть, как выглядят симфонии Бетховена или песни Битлз. Выслушай на граня еще раз. Текст первый. На выставке ⁇ Музыка в хозяйстве пригодится ⁇ можно было узнать, что овощи и фрукты, во время роста которых звучали произведения музыкальных классиков, становились более ароматными. Это происходило из-за высокой частоты звука, которая положительно действует на растения. К такому выводу пришли ученые, которые следили за растениями во время этого исследования. Согласно их мнению, Самыми податливыми на музыку были бананы, которые стали нежнее и сваще. А самый большой эффект на вкус плодов оказали произведения Моцарта. Текст второй. Как безгранична человеческая фантазия, если речь идет о музыке? Человек даже из банки может сделать простой барабан. Люди создают удивительные инструменты. Один из таких шедевров попал к нам. Его вид был ужасным. Трещины в деревянном корпусе, ржавые части, а главное, инструмент молчал. Но что тут удивляться, ведь ему больше ста лет. На счастье, инструмент удалось восстановить. Теперь он является гордостью нашей экспозиции «Мир забытых звуков», где представлена коллекция старых музыкальных инструментов. Текст третий. Недавно я был в Финляндии. Походил по музеям, побывал в сауне и совершенно случайно попал на соревнования по игре на воздушной гитаре. Участники выступают без инструмента, только изображают игру и подражают рок-звездам. Рвать струны, падать на колени – вот приемы воздушного гитариста. Было так замечательно и весело, что я даже забыл о фотоаппарате и не сделал ни одного снимка. Жюри оценивала технику, творческий подход и харизму. А главным призом была настоящая электрогитара. Хотя, по-моему, воздушный инструмент больше подходит для наших квартир с тонкими стенами. Текст четвертый. Музыка лечит, развивает, объединяет а благодаря художнику Фабиану Айфнеру музыка стала живописцем. Как? Да очень просто. Айфнер берет колонку с мощным динамиком, кладет на нее лист фольги и посыпает его цветным порошком. Потом включает музыку на полную громкость и фотографирует взрыв цветной пыли. Серию своих фотографий он назвал «Танец цвета». Каждое изображение этой серии уникально. К сожалению, художник не говорит, какую музыку он включал при создании снимков, а ведь было бы интересно увидеть, как выглядят симфонии Бетховена или песни Битлз. Задание третье. Прочитай i и запознайся с treścią задания. Текст первый. В Тюмени установили рекорд Гиннесса. В рамках акции «Самая большая Валентинка» ее организаторы в течение трех месяцев собирали от горожан фотографии влюбленных пар. Потом объединили их в огромное сердце и разместили гигантское полотно сердцем на берегу реки популярном месте свиданий. Организаторы отлично справились со сбором и размещением фотографий. Однако нужно было сочинить привлекательный лозунг. Это оказалось самым сложным заданием. Наконец над фотографиями написали слова ⁇ Я люблю тебя и Тюмень ⁇ Звучит, не правда ли? Выслушай на еще раз. Текст первый. В Тюмени установили рекорд Гиннесса. В рамках акции «Самая большая Валентинка» ее организаторы в течение трех месяцев собирали от горожан фотографии влюбленных пар. Потом объединили их в огромное сердце и разместили гигантское полотно сердцем на берегу реки в популярном месте свиданий. Организаторы отлично справились со сбором и размещением фотографий. Однако нужно было сочинить привлекательный лозунг. Это оказалось самым сложным заданием. Наконец, над фотографиями написали слова «Я люблю тебя и Тюмень». Звучит, не правда ли? Текст второй. Алло, чем могу вам помочь? Моя машина попала в аварию. Что случилось? Я спокойно ехала, когда на дорогу неожиданно выскочила собака. Я резко затормозила, машину занесло, и я врезалась в столб. В машине разбились фары и прогнулось крыло. Что еще сломалось, думаю, выяснится после осмотра автомобиля экспертами вашего агентства. Вы вызывали полицию? Конечно. Полицейские в протоколе написали, что я не нарушила правила. Где сейчас находится автомобиль? В автосервисе. Наш представитель поедет туда, оценит ущерб и определит сумму финансовой компенсации согласно полису, который вы у нас купили. Выслухай награния еще раз. Текст второй. Алло, чем могу вам помочь? Моя машина попала в аварию. Что случилось? Я спокойно ехала, когда на дорогу неожиданно выскочила собака. Я резко затормозила, машину занесло, и я врезалась в столб. В машине разбились фары и прогнулось крыло. Что еще сломалось, думаю, выяснится после осмотра автомобиля экспертами вашего агентства. Вы вызывали полицию? Конечно. Полицейские в протоколе написали, что я не нарушила правила. Где сейчас находится автомобиль? В автосервисе. Наш представитель поедет туда, оценит ущерб и определит сумму финансовой компенсации согласно полису, который вы у нас купили. Текст третий. Игорь – чемпион Европы среди юниоров по шахматам. Игорь, как долго ты занимаешься этим спортом? Семь лет. Я начинал в школьном шахматном кружке, но быстро выяснилось, что у меня талант, и я перешел в профессиональный клуб шахматистов. Да, с твоим телосложением ты мог бы и штангу поднимать. Ты почти угадала. Когда мне было шесть лет, родители записали меня в секцию карате. Я интенсивно тренировался. Мечтал получить черный пояс. Чего бы мне это не стоило. В результате я порвал мышцу так, что даже после реабилитации не смог вернуться в этот спорт? Выслухай на еще раз. Текст третий. Игорь чемпион Европы среди юниоров по шахматам. Игорь, как долго ты занимаешься этим спортом? 7 лет. Я начинал в школьном шахматном кружке, но быстро выяснилось, что у меня талант, и я перешел в профессиональный клуб шахматистов. Да, с твоим телосложением ты мог бы и штангу поднимать. Ты почти угадала. Когда мне было 6 лет, родители записали меня в секцию карате. Я интенсивно тренировался. Мечтал получить черный пояс. Чего бы мне это не стоило. В результате я порвал мышцу так, что даже после реабилитации не смог вернуться в этот спорт. Текст четвертый. И как обед, вкусный? Да, с блюдом все в порядке, но у меня есть замечание. Слушаю вас. Сначала я полчаса ждал, когда вы принесете мне меню. А теперь я хочу расплатиться, но вы игнорируете меня. Я звал вас, но вы проходите мимо моего столика и не обращаете на меня внимания. Извините, я не слышала. Сегодня у нас так шумно. Громкие разговоры в ресторане. Это, по-моему, нормально. Но, как видите, это мешает мне в работе. Простите еще раз. Выслухай на граня еще раз. Текст четвертый И как обед, вкусный? Да, с блюдом все в порядке, но у меня есть замечания. Слушаю вас. Сначала я полчаса ждал, когда вы принесете мне меню. А теперь я хочу расплатиться, но вы игнорируете меня. Я звал вас, но вы проходите мимо моего столика и не обращаете на меня внимания. Извините, я не слышала. Сегодня у нас так шумно. Громкие разговоры в ресторане. Это, по-моему, нормально. Но, как видите, это мешает мне в работе. Простите еще раз. Текст пятый. Лужков мост — это любимое место молодоженов, которые приходили сюда, чтобы повесить на перила заветный замочек на счастье. Этих замков накопилось такое количество, что мост стал выглядеть как свалка металлолома. Поэтому городские власти приняли решение реконструировать мост, сделать новое перила, а замки убрать. Во время этих работ на мосту поставили специальные конструкции, похожие на деревья, на которые влюбленные вешают свои замки с лентами. Такая перемена всем понравилась, да и название конструкциям придумали сразу — деревья любви. Выслушай на граня еще раз. Текст пятый. Ложков мост это любимое место молодоженов, которые приходили сюда, чтобы повесить на перила заветный замочек на счастье. Этих замков накопилось такое количество, что мост стал выглядеть как свалка металлолома. Поэтому городские власти приняли решение реконструировать мост, сделать новое перила, а замки убрать. Во время этих работ на мосту поставили специальные конструкции, похожие на деревья, на которые влюбленные вешают свои замки с лентами. Такая перемена всем понравилась, да и название конструкциям придумали сразу ⁇ Деревья любви ⁇ Текст шестой. Какие дорогие билеты? Это потому, что в спальный вагон. И еще доплата за багаж. А очередь какая за билетами? Надо было заранее забрать вещи из камеры хранения. И что, с такими сумками ходить? Они ведь тяжелые. Что они тяжелые, я лучше знаю. Попробуй, положи их наверх. Давай помогу. Спасибо, сам справлюсь. Ты иди на перрон, там еще чемодан остался. А то поезд скоро тронется. Интересно, в купе с нами еще кто-нибудь будет ехать? Надеюсь, что нет. Тогда я займу эту нижнюю полку, а ты ту. Вот идет проводник. Приготовь билеты. Выслухай на еще раз. Текст шестой. Какие дорогие билеты! Это потому, что в спальный вагон. И еще доплата за багаж? А очередь какая за билетами? Надо было заранее забрать вещи из камеры хранения. И что, с такими сумками ходить? Они ведь тяжелые. Что они тяжелые, я лучше знаю. Попробуй, положи их наверх. Давай помогу. Спасибо, сам справлюсь. Ты иди на перрон, там еще чемодан остался. А то поезд скоро тронется. Интересно, в купе с нами еще кто-нибудь будет ехать? Надеюсь, что нет. Тогда я займу эту нижнюю полку, а ты ту. Вот идет проводник. Приготовь билеты. Час, призначенный на tę часть экзамена, прошел.